Добрый вечер. Давайте посмотрим. Вот, у нас тоже такая модель. 9008. Пломба стоит. Никто не лазил. Это оригинальная приставка. Давайте мы на ней проверим. Ее специально никто не носил в мастерскую. Сейчас включим и проверим ее. Ну что, включили нашу машину. Так, вставили флешку. Дисков нету здесь. Вставили карточку, вставили USB флешку. И давайте мы ее сейчас запустим. Берем на джойстике, нажимаем X. Запоминайте, ничего сложного нету здесь. Пишет, нажмите X. Нажимаем X. Загрузка произошла. Нажмите назад, 0. Еще раз назад, говорит, нажмите 0. Сейчас система загрузится. Давайте подождем чуть-чуть. Так, загрузилась система. Вот игры. И война, и Crash Bandicoot, God of War, GTA San Andreas и много других популярных игр. Это гонки, а также Mortal Kombat, PES 13 год и много-много игрушек здесь. Потому что если листать, еще будут снизу. Вот, вот Tekken 5. Давай заведем Tekken 5. Нажимаем X. Жди. Загрузка идет. Подожди минуточку. Так, игрушка загружается. Нажимаем старт. Ждем, когда загрузится вся эта игрушка. Сейчас подождем немножечко. Так, что у нас? Загружается, нажимаем X, старт. Новая игра. Выбираем самый легкий вариант. Историю. Ну и играем в эту игру. Кто тут, тигр? Баба. Женщина, женщина будет. Ну, в общем, все просто. Так будете играть в эти игры. Надеюсь, вы запомнили. Никуда не спешите, всегда потихоньку нажимайте.